Так, друзья, приветствую всех. Кэп Латрист на мостике. В общем, ранговые бои немножко, а то многие, я уже так понял, по чатам в различных моих стримах по ним немножко соскучились. Совсем чутка. Ну, немного поиграю. Немножко, немножко, немножко. Да поиграем сколько сможем. Че все, немножко-то. Ну, на самом деле нет. Мне нужно будет чуть попозже уезжать. Ну, постараюсь пару часиков для вас постримить. Ох, опять реклама Стартрека. Пошла. Так, уже в чатике пишут про то, что подлый шкипер таки запилил хейтерский видосик про Аллатристу. Ух, я посмотрел, у меня аж подгорело в паре мест. Так что рекомендую. Ну что, поехали. Блыска, классика жанра. Так, не уйти бы в случайный бой. Поехали в ранговый, он же раковый. Назвал я дачный бой. Ну, по аналогии игра слов. Там удачный бой, когда вам пишут неудачный бой. Ну, а также и то, что сейчас дохренища народу не сидит за компами и не задротит, а совершенно спокойненько себе находится на даче, жарит шашлыки, копает грядки, купается в озере и в речке. Ну, в общем, другими всевозможными способами морально и аморально развлекается. Так, надеюсь, что сейчас кто-то, кто меня смотрит, делает это с какой-нибудь гамака, там, подвешенного между деревьями, так, с телефончика или с планшета, лайк и босс. Я завтра с утра тоже удираю в деревню, на рыбалочку, в баньку, позагорать, в озере искупаться, сегодня уже был на даче. Вот, вот приехал тут, так сказать, сделать кое-какие дела, постримить для вас, и завтра с утра свалю снова. А вот и шкипер пришел, все, шкипер, прописка отдался. Кстати, я посмотрел видосик. Ну, как тебе сказать, конечно, ну, я предполагал, что ты там запилишь, но вот пара моментов было, что меня действительно подгорело. Мне так, ух ты ж, ладно, все, сейчас удалю из администратора в группу, но потом вроде как успокоился. Так что нормально, нормально, сейчас ты там соберешь свои дизлойсики. Если что, можете давать... Паник, здорово. Если что, можете давать ссылочку на меня, скажите, что Алла300 посмотрел и одобряет. Ну вот, не удалось, конечно, шкипер у меня очень сильно поддеть, но вот такой я безупречный, понимаете, ребята. Такого красавца очень сложно в чем-то упрекнуть. Бой начинается. Бой начинается. Так. 100 лет в ранге, ребята, честно, не играл вообще, отвык от них. Че делать-то, пацаны, надо? Не знаю даже. У нас в Карелии жарище вообще жуткое. Привет, привет всем, кто к нам только присоединился. Так что извините, что сижу перед вами в трусах. Правда, вы этого не видите, поверьте на слово. Демонстрировать не буду. У нас действительно все очень-очень здесь по-летнему. Колорадо, Колорадо, Йорк, Фусо. О, спасибо тебе, Wargaming. Ты снова смог в баланс. Диман, кстати, можешь меня пропустить. Я тебе еще пригожусь. Обратите внимание, крейсеру просто похеру. Пропустить эсминца до точку. Да нафиг надо, Аллатристы гребаные. Кто тебя пропускать-то будет? Ладно, пусть хоть стреляет. Он мне сейчас от него оторваться, не получить его подачу. Самолетик. Плохо. Зато у нас 3 эсминца. Ну, посмотрим, посмотрим, друзья мои. Как 3 эсминца смогут справиться. Так, моя, ребятки, святейшая задача сейчас отвлечь вражеского эсминца, желательно подамажить его и уничтожить. Меня тут перед стримом спрашивали, хороша ли блузка, стоит его брать. Ну, ребята, в рангах хороша. Сбрасываю просто вертухан, сами видите. К счастью, красавец наш Киев не остался там надрачивать, где-то умирать. Дымы поставил, отошел, лайк и босс, он пинцаколу там укладывают. Жалко, Пенса не умерла, ребят, очень жалко. Отлично! Пинцаколы ухлопал, прикиньте, я уже кинул ей просто за гору с подкрутом. Вот это вертуха. Так, смотрите, вот еще есть неприятная штукенция, которая... А, нашему Киеву уже пофигу, он просто свалил. Он просто свалил, но там есть проблема. Точку забирают. Вот играя без элиминера, и мне норм. Так. Сто лет не играл, столько же лет бы не играл.
Здорово, Антон, что так рано ты стримчанский? Пацаны, сейчас я вам все. Ой-ой-ой-ой-ой, вы посмотрите, летят ясные соколы, летят. Дымы мне ставить вообще стрёмно, потому что, сами понимаете, здесь сейчас будет большая зрада в виде вот этого летающего торпедаста. Он мне будет стараться шкурку постоянно портить. Нет, шкурку портит кому-то другому. Механа будут забирать. Вот волки-то, а, позорные. Так, летит в меня, по-моему. Печально. Механ, дружище! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жаль. Так, Индианаполис там хулиганит. Ой, хулиганит, пацаны, хулиганит. Так, ребятушки, надо идти просто заканчивать с этим еврейским вопросом, валить Механа. Да! Все, пацаны, хорош по мне скидываться тут, я вам не бухло. А, видели от ТТХ Шархорста? Ребята, видел, даже вот серьезно, я уже говорил, не хочу обсуждать, потому что вот каким ему сделать, такое сделать. Помните, какое говно был Йорк? Сейчас это гребаная хрень, залитая железобетоном, которую не убить с линкора. Да умри ж ты, умри! Так, надеюсь, никакого говна не кинул. Так, все, эсминец сняли. Как говорится, немцам меньше, нам легче. Так. Че так рано стримчанский? Объясняю вслух и громким командным голосом. Смотрите, о! Смотрите, что я нашел, пацаны. В общем, фишка следующего содержания. Я завтра утром уезжаю в деревню, сегодня мне нужно, как бы сказать, кое-кого встретить с поезда. Вот. Поэтому я сейчас постримлю пару часиков, а потом поеду в Петрозаводск на вокзал. Паник, по поводу вот разговоров касаемо того, что шкипер сделал через... Шкипер, не пыли! Просто не пыли! Дай я спокойно объясню. Паник, смотри. Вот, разъясняю в щи. Все дело в том, что... помнишь, даже на стриме мы говорили, посоветуйте шкиперу идею. Дело в том, что меня трудно зацепить. Зацепить меня трудно следующим образом. Если что, Алла-300 включает непонятку такую и говорит, а мне типа похрену. Вот я вот такое вот говно, да? Я не пытаюсь казаться лучше, чем я есть. Я умею извиняться, если я косячу, то есть что-то подобное делаю. Ну, видимо, поэтому ему трудновато было что-то на меня такое действительно нарыть, прямо, ой, Алла-300, подлец, там, негодяй и дегенерат, такого нету. Ну, как, в общем-то, и на воротника, его тоже не назвать таким человеком, но, тем не менее, вот, ну, вот воротника он зацепил за то, что на его постоянный конкурс. Есть же? Ну, есть. Но тоже это не злая, собственно говоря, была шутка. Там народ сполошился, там, жутко просто. Ну, на самом деле, смысла не было. Вот знаете, сейчас у меня будет какая проблема? Вот этот сраный Индианаполис, он будет трахать мозг. Он будет трахать его очень сильно и беспощадно. Поэтому мы сделаем с вами вот так. Ага. Интересно, у него откадышился ли это? Просто сделаем его пребывание здесь некомфортным. Ой, отлично! Слушайте, вот приятно попадать во вменяемую команду. По крайней мере, эсминцы. Вот жалко Механа там авик задрючил. А так, ну, парни молодцы, действуют. Хорошо. Вот, так что шкиперу было, ребята, трудноватенько так меня, чтобы, ах, там, трахнуть, то... Поэтому получилось, что получилось. Поэтому я всегда говорю водомесам, будьте сами собой, не пытайтесь вы там... То, что он там меня за мат зацепил, ну это тоже очень условно, ребят, вот честно. Я на ютубе матерюсь очень редко. Если я говорю, ну ребятушки, матом я не ругаюсь, матом ко-ко-ко плохо. Да я ругаюсь, как сапожник. Вы, между прочим, на Твиче такое. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай, фак-фак-фак-фак, вот сейчас... Тихо-т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 ихо. А вот теперь по команде сваливаем, все сваливаем, и не просто сваливаем. Натопим на форсаже. Сейчас у меня будет небольшая проблемка, что у меня вся эта радость будет человечья светить.
А дыму я уже просрал, ребята, как вы видите. Ну, поймать его на развороте. Слушайте, а Вик тупой, у них настырные, видели? Сейчас по мне Колорадо какая-нибудь втащит. Индианаполис! Ну захватись. Потом можете меня просто убить. Просто можете меня убить. Главное, возьмись, точка. Ну-ка, интересно. Хрен вам хрен. Меня прикрывают большие добрые парни. Все, мне сказал ласковые. Извините. Так. Давайте, ребят, не будем в чатике ссориться. У меня шикарнейшее настроение. Я, блин, у меня спиннинг уже с воблерами. Все приготовлено. На щуку иду, пацаны. Просто жалко, на видос не сниму. Видеокамеру буду забирать только 3 июня. Добрый птиц, вернее, добрый. Какой нахрен добрый, он вообще злой. Злой птиц привезет ее аж прям с Беларуси приедет. Дать морду латристы, побухать с ним и вручить ему камеру. Сейчас камера удачно получилась. И птица проспонсировали, и камеру купили. Прям вообще мы молодцы. Просто свертухи. Ну вот что, у них было 2 эсминца, их убрали и... Остальные ничего не смогли сделать. Да, ребята, Олег Васильевич, это первый бой. Так, боёк на советской стали катнешь, покажи раку, как на Киеве действовать. Перки показать сейчас покажу. На Киеве, если я его не продал, пытаюсь купить там очередной вожделенный кораблик, то сейчас скатаемся. Ну-ка, на шкипере видишь проблему в чем? Там, ну, у него единственная сильная вещь артиллерия, то есть он как... Типа лидера эсминцев, которым он и задумывался, должен действовать, прикрывать там всяких маханов и прочего. Ну, если вы остались один на один с каким-то хацухариком, он не хочет, чтобы вы подсветились просто вот по барабану ему. Исключительно по барабану. Кэп, а что за трусы асбестовые? А то. Исключительно. Трусы для жима сидя. Асбестовые. Пойдемте Индианаполиса убьем. Какая тут задержка? Как на Ютубе? Нет, здесь поменьше. Здесь поменьше, нежели... О, поджог! Офигеть! Я и забыл про этот выстрел, а у него пылает вся его эта пагода. Так. Давайте индюка пошупаем за брюшко. О, 55 человек целых смотрит. Думал, вообще будет человек 10-15, все на дачах там уже в салат лежат. Доедая шашлычки. Слушай, ну как я пенсаколу подкрысил в самом начале? Это вообще, знаешь, как в пинг-понге, блин, подкрутил. С подкрутом, с подворотом. Так, чья это там попка? Ох! До попки дорвался Алик. И немножко ее. Дефлорировал. Вот в блыске странное ПВО. А ну либо с вертухи убивает там сразу самолет, бах, и все, и готово дело. Да давай, давай, стреляй уже. Кстати, обратили внимание, сейчас даже при достижении решающего преимущества очень, ну, очень затянуты бои. Не сразу они заканчиваются. Еще один пожар. Сложно? Так, здорово всем. Здорово всем, пацаны. Ну, вот я сейчас испытываю, ребята, просто жгучее желание на него спикировать. Просто жгучее. Ну, ой, идите. Нет, наверное, не стоит. Не, мы сейчас с вами. Так, судя по тому, как он задрал свои стволы, стрелять он будет по этому. А, по крейсеру, да, в принципе, это и оправдано в данном случае.
Че, Будённый умер у нас? Охренеть, у нас все умерли! Блин, вот я протупил! О, видали стрельба в дыме? Шикарная. Так. Мы сейчас еще просрем. Куда я уйду, если не висит Тарик? Зараза, блин! Как же остальные пососали? Увы. Заболтался. Не, ребят, фусо, я не пойму фусо. Ребята, вот то, что вы смотрели, если видосы вспышки, на котором он рассказывает, что играть в рангах надо на фусо, а не на нагате. Вот честно, смотрите дальше. Сергей, вот может быть в танках он авторитет, в кораблях он честно фигню несет. Вот действительно фигню. Знаете, если мы выиграем, то чудом. Авик наш проиграл небо, по сути. Да, попахивает сливом. Я что-то подумал, все у нас хорошо. Вот, ну, опять же, говорю, заболтался, посмотрел. А если авик сейчас заберут, то жопа. А его, скорее всего, вот, ну, могут забрать легко. Так, бомбы. Не, он уже не увернется. А его атаковать не торопятся, посмотрите. Просто выжидает. Вот я всегда говорил, если вернули бы топливо, вот такого бы говна не было, когда вот нарезают карусельки вокруг авика или вокруг корабля, закручивают его каким-то образом, там прям какие-то танковые у нас, все готов на. Поиграли. Да, этот бой слит по моей вине, с одной стороны, то есть мне нужно было просто свалить. А с другой стороны, извините. Сейчас посмотрим. Давайте посмотрим. Ну, ко мне есть претензия. Бой прососан, но надо было убегать на блыске. Просто не лезть на эти... Я не думаю, что ко мне есть какие-то вопросы в данном бою. Звезда с меня не снята. Ладненько. Кто такой Вспышкин? Вспышка. Сергей Вспышка. Вспышкин. Я его Вспышкин назвал. Так, а если у меня, ребятушки, есть вообще-то этот... А, Киев есть. А, где я вам на него командира возьму? Так, на блыске сразу навыки. Подальше, вернее, побыстрее стрелять. Это, понятно, без разговоров. Тут радиоперехват must have. Здесь в первую очередь вы берете не вот это, а вот это. По той причине, что часто будут выбивать всякие рули педали, и чтобы можно было куда-то уковылять за островочек. Значит, на третьем уровне я взял именно бдительность, потому что, когда проспамливают торпедами точки, то заметил раньше торпеду, увернулся, остался жив. Ну, тут, тут есть, ребята, вопросы. Значит, многие говорят, что блыски хорошо бы брать вот этот навык, мастер борьбы за живучесть. Она не так быстро умирает. Кто-то говорит, надо брать поджигателя. Давайте попробуем. Вот честно, поворот башен у меня взят был просто на сдачу. Чтобы не висели там два очка несплённые, давайте попробуем вот этот вариант, который предлагают многие игроки, в том числе топовые. Там того же Стаса Нордоста я считаю очень хорошим игроком. Вот, соответственно, можем немножечко перераспределить. И, ну, кстати, знаете, прикол? Очень многие берут этот навык на линкорах. Над ними там все смеются, говорят, фу, какие лохи. Но, с другой стороны, тут, мать его, линкор изображен на этом значке. Если авик тебя фокусит, ПВО начинает карать больше.
погоди, что это за игровая механика такая? Расскажи, пожалуйста. Так. Живучесть у нас увеличивается. Ну и обратно я беру мастер-наводчик, потому что артиллерийский бой, вот эта скоротечная схватка фехтовальщиков, эсминцев-фехтовальщиков, она, конечно, надо и маневрировать, и стрелять. 18 очков боеспособности. Теперь играть на блыски веселее. Блин, а что же нам с Киевом-то делать? С кого бы пересадить-то? Жалко переобучать. Здорово, ребят, ты только что подошел. Почему не брал суперинтенданта? А в рангах великий ли есть смысл суперинтендантом? Тебя скорее быстрее убьют, чем у тебя дымы закончатся, либо вы выиграете. Просто видишь, фишка еще раз. Задача эсминцев – это удержание точек. Безопасно, если вы удерживаете точки, блысковица она светится довольно-таки далеко, если вы удерживаете точки стоя вот прям такой весь красивый в чистом поле, вас скорее всего просто расстреляют. Понятно, что мы становимся там в дымы. Либо маневрируем, стараемся придерживаться вне дистанции засвета, и чтобы внезапно вам какой-то Хацухару не кинул торпеды, и они у вас не высадились под бортом, крайне важно обнаруживать их как можно раньше. Потому что эсминцы от шальных торпед гибнут на точках очень часто. Они, ну, по сути, эсминцы-смертники. Поэтому если кто-то там из нелюбимых вами вододелов проходит на эсминцах ранги, и вы там, фу, у тебя средняя дамажка маленькая, зачастую задача-то эсминцев не дамажить в рангах. Это не рандом, ребят. Так. Да, правильно пишут в чатике, намного лучше взять за бабловое снаряжение, и у вас будет трех дымов вот так вот хватает. Такс. Блин, неохота, ребят, давайте я не буду, вот с Ташкента переучивать не хочу, честно. Такс, ну чего? Блыска не выиграла. Продолжим на ней. Хм, подлизнул всем водомесом. Чувак, вот если ты считаешь, что объективно кого-то там, ну, похвалить или наоборот не поругать, значит подлизнул, ну тогда ты лижешь всю свою жизнь каждый день и помногу. Мне кажется, что есть немножко разные термины. Подлизнул — это именно подлизнул. Мне насрать на прочих остальных водомесов, если честно. Ну, хотя, очень умного человека учить, только хер тупить, я думаю, не стоит. Так, авикошлюпки у нас нету в этом бою. Это хорошо. У них два эсминца, у нас три эсминца. Браво, просто баланс. Просто шикарный баланс для них. Хотя, с другой стороны, можно пососать и в любом раскладе, но... А, это был юмор, ну ясно. Не разобрал. Тут на меня очень обиделся человек, которого я вчера забанил на стриме по Ведьмаку. Он пришел потом мне в личку, стал писать: «Антон, я твой старый подписчик, нафиг ты меня забанил, я пошутил». Но он пошутил так, что со стороны это выглядело... В итоге выяснилось, что я его забанил за рекламу другого видеообзорщика, причем какой-то никнейм новый, я даже такого никнейма и не знаю. В итоге выяснилось, это был Влегрис. А Влегрис, он просто исковерканно написал его никнейм. Бывает всякое. Так. Ну что, поехали. Бой начинается. Дружище, на огневом. Ну ок. Мэхан. Мэхан спит. Ладно, давайте так, я на дальнюю точку. Вдруг повезет. Как ты так, девятый ранг, как ты лотерист и киберкотлета, это хоть нет, ты это ты рак. А когда я был киберкотлетой, бро? Да нет, я не настроен на подгорание, у меня, ну, вроде говорю, хорошее настроение сейчас. Видишь, даже не матерюсь. Я не был никогда киберкотлетой, друзья, ставьте, я играю ради удовольствия. Почему я в ранге так мало играю? Я захожу, у меня начинает жопа гореть, и я такой так. Все. Пойду, видимо, капа играю. Силы противника на горизонте. Кривлин пошел. Ну давай, линкор. Дай-ка шотик по нему.
И второй шоу. О, Махан проснулся, отлично. Вообще на точку Б хорошо заходить вот, наверное, оттуда, но это очень долгий вариант. Поэтому мы с вами... Что там может быть, Симс или Хацухару? Ну, Симса вблизи не подпускать. У него ДПМ-то злой очень. Америкос, блин, если он как кролик, если вблизи доберется, затрахает. Так, Симс, вот он. А Симс сюда и пойдет. Хацухарик пока нет. Йорск. Наверное, нет. А, все, спалились мои торпеды. Блин, сраный радар. Скажите, а как я вижу летящие снаряды, я не вижу стреляющий корабль? Блин. Видите, а кто у них с радаром? Так, или это был не радар, это был этот. Но они хоть бы что-нибудь разное бы запилили. Самые стреляющие дымы. Ну ничего, ребята, не могу сделать. Летает это вот говно. Страдает сейчас наш мелко. Так, что у нас на точке А? На точке А ничего, всем похуй. На точку А. На точку А всем плевать. Торпеды по правому борту. Торпеды за кормой. Что у нас делает Механ? Казак Тарас? Позвольте, я не буду рифмовать, кто он. Давай мелко откинем на выход. Блин, пустая точка, ну заходите вы, мать вашу. Так, а мне, знаете, отсюда надо валить. Причем бессмысленно и беспощадно. Просто тупо сваливать. А, зато у нас мелко красавец. Куда пошел? Северным морским путем пополз. Молодец. Нагату, Нагату. Сейчас бы спикировать на Фусона. До него далеко ехать. Я бы сейчас на месте какой-нибудь Меха. Перелетит или нет, что-то перелетело. Так, огневой пошел его забирать, да? Отлично. Сейчас поможем огневому покунтить. Блин, линкоры. Вот линкоры там сейчас могут просто объесться домашкой. Просто объесться. Отлично. Сейчас давайте проверим, огневой заберет его, не заберет. Если нет, мы ему поможем сделать это. Так, Симсу явно там сейчас поплохеет. Вот что делает вот этот вот человек, я не знаю. Зачем он сюда зашел? Кто он? Где он? Что он? С какого района? Ну, огневой! Давай, кидай уже! Я не... А че он медлит? Или он на таран идет? А, все, кинул, отлично. Или не отлично? Или отлично? Да, все, капец. Красавчик. Так, как обычно, выиграно было, 300 вообще ни хрена не сделает. Просто ни хрена. К
Кэп, что, по-твоему, лучше, Twitch или YouTube? Ну, ребят, смотрите, дело в том, что YouTube, он дает все-таки немножко больше возможностей, Twitch заточен исключительно на стриминг. Он хорош чем? Просто нажал на кнопку и все. И пошел стрим. Не надо там готовить там эту трансляцию, настраивать, вообще фигней страдать. Просто не нужно. На Твиче стримы... Вообще, вот давайте я вам расскажу всю правду про водомесов. Хотя у Твича считается... Ну, я думал, раньше Мёка умрет, так-то он долго, молодец, продержался. Вообще считается, что у Твича типа лучше партнерка. Я бы вот хотел бы получить и посмотреть. Но на самом деле, как говорят более опытные вододелы, твичевская партнерка, она за БС работает у людей, которые стримят, ну, игры с огромной аудиторией. То есть... А, этот дох тот Мёка, который пошел хэ пойми куда, понятно. Да, понял, еду туда уже. Там, который дотку стримит, вот подобные проекты, CS GO, Minecraft, там да. Там достаточно большое количество людей подписывается платно, и это норм. У большинства водомесов Twitch это, как вам сказать, это сбор доната. То есть играют там, играют часами, там по 10 часов. Вот, что-то там да выщемится. Sims кидает широкими веерами. Так, у ребят атака захлебнулась, линкоры ее танканули. Их линкоры что-то не пошли. Так, надо врываться. Блин, гребаный Sims, иди туда. Симс, вернее, Махан, за гребаным Симсом. Польша сегодня не может. Польша в прошлом бою смогла. В этом бою что-то Алатристы катается и болтает. Вот у меня, ну, давненько уже наблюдается такой перекос от игры именно в болтологию. Ну, вам, наверное, это и нравится, раз подписываетесь. Так, не, Махан, казак Тарас. Хух ты, блин, выговорить сложно. А чего лагает Twitch? Ребята, Twitch, на Твиче ресурсы распределяются динамически. То есть у них они не такие богатые, как Google. Ну, теперь их, правда, Amazon купил, но все равно они сохранили этот прекрасный принцип. То есть для всяких не очень больших стримов они там выделяют меньшие мощности. Ой-ой-ой, ты посмотри. Где-то тут он шастает. Давайте-ка. Мы его поищем. Ох, ребята, к нас точку. От точки нельзя уходить. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Вот как раз нужен обнаружение торпед нужно в таких ситуациях, когда на открытой воде кто-то вас может издалека проспамить, какой-нибудь Хацухару, например. У Твича серваки далеко. Не, слушай, у Твича огромный выбор, в какой стране серваки, там много вариантов повыбирать, и здесь не так стрёмно. Так, Механ решил, ну его нафиг, ловить тут зайца в чистом поле. Ай, молодец. Молодец, красава. Ох ты, посмотри, куда он, зараза, уполз. Ну ладно. Он пусть уполз куда угодно, я поеду помогать союзнику. А, все. Все, спокойненько, сейчас заберем точку Б. Механ, надеюсь, законтрит Симса. Я спокойненько точку заберу. Урву свой кусочек. Сейчас заберем. Так, тут решительная атака Йорка и Пенсаколы. Ну, знаете, на два нагата. Хотя огневого они свалили. Тут без БМ. Вот бы еще Мюки бы не попасться. Так, это кто-то умер. И от него осталась небольшая память нам, друзья. Веди самолетика. О, Нель, здорово.
Вот вода все равно неестественно взаимодействует с кораблем, но выглядит вот это вот потопление, конечно, красиво и пищ. Давайте снимем экипаж с тонущего корабля. Ведь после окончания боя вражеские моряки превращаются в просто потерпевшие кораблекрушение. Самолет не фармится, не растет кокос. Не, ну здесь мы уже не продуем. Бах, да наконец-таки сломался. Босс в виде вражеского самолетика. Так, АЛА-300 сейчас опять дотрындится до того, что это... Пойдет куда-нибудь и сольет. Я на самом деле нет. В Европе АДСЛ повсеместно вообще ничего. Ну, кстати, да, в Европе, ребятушки, если вы не в курсе, в России в плане интернета просто рай. Вы за копейки получаете бешеные скорости. У меня вот товарищ в Бельгию периодически ездит, кланается, он рассказывает там, о, 1-2 мегабита, и ты там бабки такие платишь, там до 10 мегабит поднять скорость, там, очешуешь, очень дорого. Ну все, у них Sims, который ушел в дальний рейдовый обход, там и катается. А это будет дачный бой. Прошлый был дачный, и этот дачный. Только первую буковку меняете, и все. И звездочка. К счастью, прошлую я и не потерял. Видите, латристы может быть лояльным водомесом и почти не материться. Сразу научиться говорить голосом Дроздова и делать передачки в мире животных. Если бы у меня был бы прокачан 5-й перк, ты взял бы я маскировку, ну, нысмиться, конечно, ребят. Без вариантов. Только маскировка. Наша команда получила преимущество. Киева не показал, Махана хоть покажешь. А давайте на Махане покатаемся в следующий бой. Че нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Хотя он Махан, конечно, но у нас уже сленг идет такой, там уже по барабану. Там уже по барабану. Всем привет. Кэп больше Жогова за это тебя и ценит. Да, White Wolf. Спасибо. Ну, тут я пока катаюсь. Жгу флажки. Пше-пше. Курва в хату, пацаны. Видите, дачный бой. Все в порядке. Так, урон я нанес, конечно, по-царски, по-моему. А, 26 раз выстрелил. Ой, ужас какой. Ну, даже за счет захвата базы меня высоко не подняли, но в любом случае это победа, и здесь я сыграл в ней нормальную роль. Хотя, в принципе, я думаю, без, если меня бы здесь не было, они без меня бы обошлись. Ну, как обычно бывает, победный бой, ни хрена, проигрышный, АЛА-300 тащит. Пока я пошел. Ну, счастливо. Даешь бой на таком фусо. Да. Так, вот вам Механ. Вот его навыки командира. В принципе, то же самое. Единственное, что на этом... Здесь взят у нас, ребята, все абсолютно такое же. На, правда, нету на скорость поворота башен. Ну, простите, на Механе он и нахрен не нужен. Там и так эти пропеллеры крутятся. Вот. То же самое обнаружение торпед, но на 4 уровне я взял поджог. Да. Кэп фугасный аутизм не смог в игру. Ну, потому что на Механе в определенной фазе боя вам просто придется в рангах там стоять и кого-то там пуляться снарядиками из дымов. Ну, вот как вариант можно прихватить мастер борьбы за живучесть. Не сильно вижу вариант с усиленной огневой подготовкой, потому что из-за баллистики, давайте посмотрим, на 11, ну, почти 12 километров, вот так вот вы и на этой дистанции попадать на механи будете с большим трудом. Так, модули. И модернизации. Ну, стандартный набор для эсминца. Вот у меня стоит эта модернизация, которая внезапно стала читерской. И позволяет набирать там скорость ого-го как. Здесь система борьбы за живучесть, потому что
Потому что могу, потому что из последних сил стоит, и хоть там... Она хреново работает, вот здесь должно быть не 3,5, здесь должно быть 30 и 50. Вот на мой взгляд. Ну, а 3,5 это на уровне погрешности, просто нахрен ненужная вещь. Так, здесь у меня система наведения, которая теперь действует и на торпедные аппараты, там улучшает скорость их поворота, поэтому абсолютно без вариантов мы это ставим. Ну, и тут, как говорится, больше ничего другого не надо. Ну вот как было, так и осталось, ребят, не поменялось вообще ни хрена. Вот как были безальтернативные модернизации, так оно все и... Так оно все к ним и пришло. Так, что у меня здесь стоит за флажочки? Флажочки. Давайте поставим другой, таранить будем. Стоит ли на Аньшане мастер маскировки укачивать? Ребят, я вам сразу могу сказать, что вот все эти приемчики упарывания кораблей в инвиз я сознательно просто даже вот не смотрю, не считаю и ну, не могу поэтому дать вам совет. Есть каналы специалистов по этой теме, там все, наверное, рассказано. Плюс один дым разве не имба? Ну, трех обычно же хватает. Так, интересно, как коррелирует хорошее настроение в РБ с отсутствием ластомера. Думаю, есть. Тут толика правоты в твоих словах. Ох, нифига, уже 40 минут прошло. Меньше был там, не больше дела. 2 часа, ребят, потом буду в дорогу собираться. У меня опять тут и на рыбалку, и в деревню, и в Питер, и в Великий Новгород, в общем, покатаюсь. Так, что у нас тут близко? Хацухару! Ох, эсминцев-то как до хрена, и все эсминцы инвиза. И близко. Ну, близко очень неприятный соперник. Хацухару повеселее должно быть. Не Мексика и Шьорс по Бьерри. В принципе, у нас есть Аоба в опытных руках против эсминцев. Она может показать себя, но, опять же, ключевое слово в опытных руках. То, что у меня не установлен линемер, это не отменяет того, что тут просто, вот, может быть, здесь все красное, здесь все бирюзовое. Ну, будем надеяться, что это не так. Самая дебильная карта для ранговых боев. Это просто какая-то... Ну, это острова смерти, куда вас вынуждают заходить. Фотки Мартына не забуду. Сделаем завтра же. Бой начинается. Святой отец, пойдемте. Ну, хер. Все, кто рядом, захватываем точку. Да, сейчас, конечно, дружище. Туда я не пойду. Тут есть шанс хоть здесь зацепиться с края, что уйти за остров. А там вариантов нет. Ну, вольному воля, спасенному рай. Поставил ли я ленточки? Да, дядь Борь, поставил. Огромное спасибо. Если много настреляю, сам увидишь. Ну, видишь, пока не довелось мне настрелять. Вот, непонятно. Графа на максималке? Да, ребят, на максималке. Можно посмотреть даже. Ну, вот у меня стояло очень высоко. Видимо, где-то здесь я еще ставил какую-то галочку. Ой, ребята, блин, ну вот. Хрен с вами. Я вам поставлю там дымы. Вот просто. Успокойтесь вы, специалисты. Ребята, я этот стрим, скорее всего, залью на YouTube. Что такое сквозной дым? Это дым насквозь или какие-то новые термины в РБ? Ну давай, продирайся! Дай... Ну...
Ну, линкоры, скиньтесь. Вот с Корса, если уберут, будет, конечно, веселее. Ребята, чудом можно вписаться. Но на самом деле нет. Пошли вы в сраку, товарищи из Wargaming, под нулевым углом. Просто под нулевым. Я уже видел, как она мимо проходила. То есть, если у торпеды взрыватель где-то в районе хвостовика, ну ок. Кто там у нас? Не могу понять, с какой скоростью он вообще двигается. И что-то вроде едет. Вы спросите меня, в чем читерность вот этой новой модернизации? Вот в чем. Наглядно, друзья? Мне показалось, что довольно-таки да. Просто вы не запариваетесь, задним ходом уезжаете от торпед. Так, Блыска выходит здесь. Если выходит. Загорелся. Все, походу дымов нету больше. О, чуть не кинул. Чуть не бросил, ребят. Чуть не бросил. Указанная цель умерла. Так, пока более-менее. Но у них линкоры показали, что не великого они тут нагибаторства, а наши хотя бы потихонечку поддавливают. Это не то, что торпеды такие медленные. У Блыски торпеды в принципе не быстрые, но нюанс то, что стоит вот эта вот модернизация, которая позволяет эсминцу... Вот, ребята, смотрите. Механу бы, конечно, в смысле, Блыски надо было меня, наверное, бы убирать. То есть никогда не подпускайте американских эсминцев близко, а не за счет ДПМа. То есть если вы на Блысковице играете, или на чем-то, упаси боже, на японца вам довелось дорваться до него. Нарваться, вернее, не дорваться, конечно. Конечно же, не... Вот, вы старайтесь от него подальше отпихиваться, потому что у вас баллистика получше на дальних дистанциях, вам будет поинтересней с ним бодаться. Если эти заразы добегают вблизи, они затрахают. Вообще, как правильно сказали, американские эсминцы хороши, когда у вас есть тачка упреждения. А, шикарно можно воевать. Залп еще не долетел, а следующий уже заряжается. Торпеды слева по борту. Спасибо за подписку, дружище. Дружище, дружище. О, вот и меня нашли.
Хацухара что-то медлит. Слушай, не догорает, ты посмотри. Наша команда получила преимущество. Тихо. Лотрист, жить. Обратно в дымы заползать. Бортом вставать и стрелять. Кстати, обратили внимание, хацухарики красавцы. Вот отлично они в этом бою сработали. В принципе, там не было бы большой проблемы, если бы я пошел на точку А. Наоборот, я бы там бы сказал бы здравствуйте, двух хацухару, которые вы видели, там прорвались и начали творить бесчинство. Ну, к сожалению, когда уже потом идут такие перестрелки на дальних дистанциях, все точки захвачены. Вот что вы будете делать на американском эсминце. Клик-клик. Так, он наверняка откинулся сюда. Ну, в смысле, торпеды откинул. Не сам откинулся. Поставь ежик в тумане, не будешь с дымами париться. Блин, это мод от разрабов. Я ставлю модпак торнадо. В нем модов от разработчиков нет. И само понятие мод от разработчиков игры все очень забавно выглядит. Чего бы торпеды кинул? Зачем? Класс, чтобы не попал ни по кому. По своим в основном. Торпеды прямо по курсу. Тихо. С вашего позволения. Торпеды прямо по курсу. Пропустил энд подсветил. Хацухарик, держись. Мы узкие, своих не бросаем. Ну, все, уже поздно. Антон слыхал что-то про Лигу морских волков. Обещали халевил контент для обладателей первого ранга, инфы 0. Ну, судя, мне кажется, что ее попозже как-то введут. Но, по-моему, хотя бы стоило об этом бы говорить. Игрокам. Я еще с такой говноигрой еще что-то настрелял. Ну вот эти парни должны были быть, вот этот и вот этот должны были быть в топе. Вот чисто тактически они больше сделали для этого боя, чем я и чем тут линкор. Ну да ладно. Какая печаль. Так, ну что, други мои, на что мы сейчас будем играть? Неужели на Пенсаколе или лучше на Йорке? Нет, Йорка нету. А знаете что, что-то у нас давненько с вами... Не играно на линкоре. О, Нагата стоковый. Все как мы любим. Давайте на линкоре поиграем, а? Вот что-то захотелось. Сейчас мы его загоним в топ, потратим все деньги. Все, что нажито непосильным трудом. Все потрачено, шел. Все пропало. Седой, пока это только слухи. Вот когда будет у нас какая-то конкретная инфа, вот тогда мы и поговорим на эту тему. Так. Дополнительная возможность засветить торпеды и отбиться от авикашлюпки. Ну ладно. Так. Ребята, ну неужели я буду ставить вот это? Ну вот просто вот кто-то думал, я конечно поставлю как есть вот так вот и все, и без Б. Кстати, а с Нагата где-то у меня командир сидит, по-моему. Неужели я буду ставить ПВО-модификацию для косого Нагата? Вот, пожалуйста. И ПМК папаем, и ГК будет точнее. Что? Вот скажите мне, друзья мои, что, мать его, изменилось? Не изменилось вообще ничего. Что ставили, то и будут ставить. Аминь, братья.
Так, начнем с конца, извиняюсь за выражение. Что там это еще дает незаметность? А я экономить буду. Флаг от тата-теста. Перкина Нагата в студии. Сейчас надо найти водителя Нагаты. Я не извозчик, я водитель кобылы. Слушайте, я в рангах даже на линкор поставлю детонацию. Ну и нахрен. Вот, это линкорная у нас. Флажочки сейчас пойдут. Да нет, наверное. Ну, буду в минуса уходить, так буду. Вот, это да. Это да. Однозначно да. Да. Потому что можем апнуть ПВО. Ладно, отложим пока в сторону. К опыту командира, да. Вот это, в принципе, на ремонте сэкономим. Скорость, да. No. А вот это я бы влепил для рангов, потому что любая возможность накатить эсминцу, она у нас должна быть использована. Такс, нагато, шо ж ты бросил коням? А где он у нас, товарищи? Он где-то сидит, пацаны. Где-то сидит. Давайте искать. Давайте искать. Выбираем только Япов и только премы. Ну и только с капитанами, разумеется. Так, вот ты, наверное, где прячешься. Ну-ка. Ну-ка. Нет, это Самаги. Погоди-ка, друг сердечный. Так, погодите, что это за хи? Вот зафакаем. А, ну все, правильно, прям корабли. Так, на Иваке Альфа, что ж ты тут, кто тут у нас сидит-то? О, вот он, пацаны, попался. Попался пионер. Так. Сбросить все. Вот у нас с вами Нагато. Когда Кэп ругает изменения обновления, где-то в мире грустит целая команда разработчиков. Ребят, да я не ругаю, сейчас поясню, объясню вернее подробнее. Ребят, приветствую всем, кто к нам только что присоединился. Аркана, удачи тебе, покататься, спасибо за пожелание хорошего отдыха, тебе также. Ну, понимаете, с одной стороны, молодцы, то есть они поняли то, что надо что-то делать с этими сраными модернизациями. То, что они поапали существующие годные модернизации, они тоже молодцы, но... Еще мне, кстати, понравилась идея с тем, что, чтобы апнуть какой-то целевой корабль, ему можно дать просто уникальную модернизацию. Идейка, отлично, вот 5-5-5-5-5 поставил, вот галочки. Но закончилось это в итоге тем, что все ставят то же самое. То есть разнообразие модернизации, увы, не произошло. Ну, будем считать, что они так шажками потихонечку и когда-нибудь доберутся до этого трудного решения. Давайте смотреть, что у нас на готов. Имеем такие, что мы там с гуся. Ну, давай. Да, ребята, да, радиоперехват на линкоре, нечего этому удивляться. Линкор, ребята, штука такая, что... О, погодите. Ну, вы поняли, что это Иваки Альфа был. Я там перераспределил. Молодец, лотерист. Хорошо, что сейчас заметил. Значит, еще раз идем. ПВО ПМК, хотя, в принципе, у Нагата просто, видите, у него ПМК уже очень ЗБС. И имею, так сказать, желание его поапать, потому что вот тут оно может что-то там забрать. Но это ранги. В рандоме, скорее всего, я бы взял, наверное, вот это. Такс, здесь... Эх, вот работал бы по-нормальному бы этот навык. Так. Чуть-чуть быстрее покрутим башнями. Может быть, где-то на долю секунды нас это спасет. Здесь я по-любому беру только ремонт. Вооружение торпед, увы, это ценный навык, но не выдерживает
у нас никакой критики, а получается на четвертом уровне мы можем либо еще больше поапать ПМК. Вот это только не берите на линкоре никогда. Вот это просто не нужно. Не те там у него пропорции, чтобы это улучшать. Есть вариант вообще оставшиеся 5 очков, ну, скажем так, взять суперинтенданта, там будем лечиться под сплошным огнем. Я, пожалуй, так и поступлю. Добавляем. У нас остается 2 очка, и я распределяю их сюда. Нужен линкору, ребята, нужна лампочка. Он должен понимать, видит его эсминец или нет, соответственно, возможен ли пульс торпед или нет. Ну, это мы уже там, не знаю, по-моему, с ЗБТ 10 раз уже все обсосано на эту тему, и будем чуть-чуть быстрее чиниться. То есть, все упорото в танкование. Это как раз то, о чем я говорил в своем видео по поводу модернизации. У людей должна быть возможность вот с теми же модернизациями, например, упороть. Кто-то упорит полностью в стрельбу и в домашку, кто-то упорит полностью в танкование, разумеется, в ущерб стрельбе. Это должно присутствовать. Здесь у нас эдакий танк. И получилось у нас, давайте проверим. Так, автопополнение включено. Ух, целых 5 хилок. Могучий мамонт. Ну, погнали, хватит болтать. Так, тут голду разыгрывают или сразу к Хоме иди. Да, иди лучше к Ване, при этом от Алатристы передавай. Он-то уже отстрелялся в рангах. А вопрос от Рака, зачем линкору прочность башни ГК? Ты не поверишь, ломают. Ломают паскуды. На Фусо башни вылетают, на Амаги вылетают, на Нагата тоже вылетают. С ними, вот с этим, с этой модернизацией ощутимо легче. Хотя было как-то в древней Альфе, в очень древней. Так, Кэп, успели сгонять за пивасом? Да час стрима еще впереди успеешь. Ну, если ты не другой конец города, конечно. В древней Альфе, когда там на Фусо просто в бой выходишь, по тебе пару залпов, у тебя еще башен нет. Это такой, ну окей, поехали. Да, пивка всем прихвати, раз уж пошел. Где скачать модпак Торнадо 057? Ребятушки, я боюсь, что до понедельничка. Пока нигде. Прилипло слово сучечка. Окружающие считают меня странными. Ты скажи, что смотрю стримы Алатриста. Все такие, да, все понимаем. Ну куда? Туда, оперный твой кот. У них 2 эсминца. Прекрасно. Начинается. Так, какие фугасы, Кэп? Расслабься. Ну раз он один, давайте отсюда начнем. За 5 взятых первого ранга будет наградной кораблик. Говорит нам капитан Улитка, цитирует слова Вулдана. 9 уровня наградной кораблик. Это Баффало, что ли? По поводу наградного кораблика за 3 взятых ранга, я вот, когда ближе к этому кораблю Флинту атлантоподобному появится инфа, я сделаю видосик. В очередной раз донатерам провели по губам. Просто провели по губам шершавым и сказали, молодцы, друзья. Атланту, которая стоит почти как тирпица, является говном. А задротам на халяву выдадут корабль, который будет, ну, явно покруче. По боевым характеристикам. Ну что, Мёка у нас решили, что у них все как бы круто. Я уже обнаружен. Вообще. Да, помню, Дисней по пятницам обсуждает мультики в чатике. Ближе к 6 вечера зимой горка пустела. Ни лыж, ни санок, ничего. Все разбежались мультфильм смотреть. Эх, золотые были времена. Так, на точку Б все решили. Нахрен. Зачем? Пойдем на точку А. Куда Вик пригнал все свои самолеты? А где наш Авик? Наш Авик в ударном сетапе. Играет в ранге. Молодец, дружище. Как ты мучаешься, бро, я не знаю. Честно.
Перелетит? Да, перелетит. Радует то, что парни как в рандоме пошли на первую, вторую, третью линию. А вот и спалили тонкий маневр нашего авика. И никуда его группу сейчас не долетят. Царский дамаг с трех тяжелых бронебойных снарядов. Просто царский. Я бы лучше, конечно, по крейсерам пострелял, но, сами понимаете, пока ни хрена нет такой возможности. О, вот он. Йорик. Накрытие. Так, на, заходит Механ. Только бы он не стрелял. Только бы, братишка, не стреляй, пожалуйста. Просто не стреляй. Надеюсь, авик у нас сейчас что-то попробует сделать с точкой. Так, ну давай, Нагата, пожадничай. Не, он не настолько же. Ты не останавливайся, дружище. Думал, ты просто уйдешь куда-нибудь. Уйдешь за горочку, например. Ого, тут два снаряда убивает 8. Так, Киев забрал точку. Йорк там пусть пока катается. Точка забрана, вообще плевать на нее. Наш авик вводит свои группы. Вообще я не понимаю, что происходит с нашим авиарастом. А, тут без меня обойдутся. А хотя... Парень шикарно идет по рельсам. Я надеюсь, что... А, останавливается. Блин, не повезло мне. Не повезло. Так, точка захвачена. Вроде как, вроде как. Авик страдает откровенной херней. Не пожар-то, без пожара нищетого. Святые канарейки, надо срочно перепоросовать стволы. Так, торпов он потащит через нас. Го валить Йорка. Ну-ну-ну-ну-ну, отлично, отлично Механу закатали. Браво, ребятушки, браво, молодцы. Молодцы, все. Покойся с миром, сын мой. Так, до Йорка мы еще успеем, до его выхода, немножко зарядиться. Поэтому залп по мексиканцу. А, блин, хуторез, я же без пристрелки. Дядь Бор, я привык с твоей пристрелкой стрелять и... Кукушечки. И перелетает. Видите, как хорошо, быстро привыкаешь к хорошему? Я-то думаю, что такое? Почему АЛЛА-300 уж окончательно перестал тащить? Оказывается, не может без читерского прицела хутореза. Ну, Йорк, выходи, отведай-ка. Силушки богатырской. Ну, ух. Да. Хо-хо-хо. Вот так вот. Я, с вашего позволения, отверну в циркуляцию, потому что Йорк мог кинуть торпедой. Оно могло так сделать. Сами понимаете. Так, только не сливаться, кто у нас слился. Тоже Йорк. Ну, Йорком, видишь. Тяжелая неказиста. Механ, ты-то зачем туда попёрся, сраный аутизатор из дымов? Вот, блин, Саши зло пересмотрел, что ли? Кстати, мне сегодня вечером придет от нового спонсора канала Рашгардик с футболочкой, подаренный, такой как первый знак нашей дружбы, так сказать. Ох, я прям доволен как слон.
Дьяволь! Пфенинг Браво. Ой, Мёка, зачем же ты идешь-то сосать? Ну зачем? Блин! Ой, цитадель. Ну, Мёка торпедный крейсер, видимо. Грёбаное дно! Вот твоя работа! Блин, что ты там делаешь? Вот он случайно точку взял. Вот реально случайно. Чертов наркоман. Я сейчас буду под огнем всей команды. Мне не дадут точку захватить. Так, молодец. Молодец, пососатели. Следующий. Не нужна доставка. О, Вазарик, извини, дружище. Искренне сочувствую, бро, твоему горю. Но вот я тут невольно порадовался своему. Ладно, будем ломать кабины. Яблочко! Ты зачем? Эй, зачем по острову стреляешь? Птичку жалко. Отлично. Ой, ой, кто там еще приехал, видели? Ужас какой. Убейся уже. Ну, можно было бы больше. Сейчас главное, чтобы мне 25 не оторвал. Хотя у меня хилок много. Вот видите, а вот здесь мне хилки не пригодились. Так, норм, танканул как боженька. Так, кто это у нас тут плывет? Вот зачем Махан туда приехал? Вот... Ребята, хорошо, вот вам повезло, что меня чат забанил. Я бы все бы сейчас вам написал бы, что думаю. Рули, рули, Коломага. О! Уже лучше. Уже лучше основной калибр. Ну, ребята, основной калибр на линкоре берется очень легко, потому что количество кораблей уменьшилось, а процентное соотношение, что там надо настрелять, что там надо-то сейчас, давайте... 30% суммарной боеспособности настрелять стало резко легче. То есть медальки до сих пор не подкорректировали. Какой у нас, друзья, ранговый сезон уже? Не первый. Слушайте, а мы еще лососнуть-то можем запросто. Сейчас как не пойдет домашка. И все. Вот вспышка говорит, играйте, вот причем вспышка, ладно, если бы он сказал, у Фусо просто больше орудий, бла-бла-бла. Но то, что у Фусо значительно слабее калибр, это все мелочи, ХП меньше, броня там, не все не то. А он сказал, больше шансов убить эсминцев фугасами с линкора. Нормально, да, ребят? Очень ЗБС. Ну хоть так бы не говорил бы, дядя Сережа, вроде умудренный водомес. Ну умри, умри! Сосай, ала 300. За 300. Так, все, погасили этого товарища. Я сейчас... Меня сейчас подкрысят. Подкрысят крейсера. Да. Вот и зараза, сейчас подождет меня. Нет. Не подождет. Ну, ладно, победа тут, победа. Что-то везет, везет нам, ребята, сегодня с вами. Первый бой, конечно, был такой фалоимитационный, и всрал его именно я. А... Ну, зато сдуйся. Как, покажи класс, заряди фугасы. Да не знаю, не могу я что-то так ориентацию сменить. Так. О, торпеды, помогите! Алла 300 в телефоне копался, в вайбере и ни хрена не делал. Днище. Днище. Наконец-то пятый ранг. Я корабли и танк удалю к чертям сегодня. Это бывает, это национальный спорт. Нас, игроков, картофанем.
Вот мы с пивасом, я с пивасом, а вы нет. Забаньте его уже с пивасом. Кричать те, у кого пиваса нет. Авика завали. Так я бы завалил его. Как говорится, дом над него и купить Боярат. Но не захочет продать Ленинград. О, как я это... Вайбер же вот вообще вот... Не нужно уворачиваться от снарядов. Идите бортом, цитадели не будет. Не нужно уворачиваться от торпед. Залипайте в Вайбере, в айфончике своем. И все само собой пройдет. Большие маракасы. Так, что у нас с вами? У нас с вами очередная звезда, очередной дачный бой. 116 домашки. Ну, здесь это было несложно. Домашка просто шла сама в руки. Просто сама шла в руки. Бой на гуит, срочно в номер. Лучший корабль для рангов. Ну, там, на самом деле, противники не особо-то отбивались. Когда я увидел, что они пошли на первую, вторую, третью линию, там сразу понятно было, что... Пацаны случайно из рандома зашли. Привет, как идет? Чтоб как какой-то нерадостный. Хоффман, наоборот, у меня охранительное настроение. Просто охранительное. Даже не представляешь себе какое. К тому же, что не подгорает? Потому что Кэп выигрывает. Видите, когда Кэп выигрывает, он хороший, добрый, как нет. А, разработчики козлы сделали неправильную игру, и лохи сокомандники не тащат. Ну так же ведь, ну ведь правда же, так же. Так. Что у нас еще не каталось? Ну, давайте подожжем Кэпу задницу. Возьмем Щерса. М? Не хотите? А поздно. Сейчас будет не очень дачный бой. Кэп, кстати, если я начал сразу с кровь и вино, смогу ли играть начальные сюжеты? Вот этого я не могу подсказать. Это проще, наверное, нагуглить. Я тут сам очкую всего и вся, и на каждом стриме спрашиваю. Пацаны, а можно нажму на эту кнопочку, и у меня не пропадет или чего? И говорят, да, не пропадет. Или нет, не смей, не трогай. Когда железные дровосеки в шлемах? Скоро. А кто это? Кстати, мне понравилось по спинтайрс так за БС. Во, ребята, по спинтайрс у меня вообще есть шикарнейшая идея. Она сегодня посетила мою дурную голову, когда ехал на дачу. В общем, взять видеокамеру, договориться со знакомыми ребятами с леспромхоза, просто подъехать на делянку, погонять в реале на этом, на Урале, на лесовозе, все это заснять и сделать ролик. Что думаете? Должно прикольно получиться. Кстати, Кэп по кливу может дать советы. Ну, помнишь, как по кливу один совет, как раньше в Counter-Strike, spray and pray. Поливай и молись. Так, кто там на... Кто там на А? В принципе, я могу попробовать поджаться вот сюда вот и оттуда помогать. Что у них? Нагатов, Усо, Мёка-Мёка, Хацухару, Муцки. Ну, моя задача здесь и моя работа — это прикрывать эсминцев на точке. С Корса для этого есть просто акуевертительное орудие главного калибра, но это единственное, что у нас, братья, есть. Остальное у нас огромный надводный борт, который нам будет все засаживать. О, понравилась идея с бревнами. Ну, в общем, забираем тогда камеру. Я звоню в леспромхоз и... Будем мы упарывать Урал в инвиз. Как выпьем, обязательно будем. О, у нас там уже водители Урала в 6 лет уже есть в чате. Кто сидел на папиных коленях и крутил этот могучий руль. Настоящие мужчины сидят, услышали о бревнах и оживились. А то... Вот ни разу по корабельному стриму, ни по какому не было вот такой вот коллекции перлов. По лесовозам просто огонь. То есть тройное удовольствие. Поржал на стриме, потом еще на первой части перлов и на второй части перлов. Мэхен, ставь дымы. Стреляй, Глеб Егорыч, в Сокольнике гад рвется. Так, Авик начал контрить вражеские истребители. Это дает нам надежду, что он не безнадежен. Айчи. Обнаружены силы противника. Давай.
Ох, ребятушки, я ли это я? Ну вот, ответил бы вам, но не могу. Так, эсминцев не видать. Не видать. О, у них эсминчик там как-то уж больно далеко. Так, точка захвачена. Ох, прям страшно летит, посмотрите как. Так, можно передохнуть и развернуться. То бишь покурить и оправиться. Расчеты ПВО в полной боевой готовности. Муцкий, 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 дружище, живи, 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 живи. Живи! Живи, брат! Ау! Ау! Оу! 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 Клево стреляешь блайндами, дружище. Так, у них эсминец на точке Б, поэтому давайте мы пойдем на точку Б. Авик у нас, наверное, молодец, но на самом деле нет. Так, Авик у нас киберкотлеты, стремится поджаться под... Бам-бам. Так, нагото. По Махану выстрелил. Куда идешь? Куда идешь, мать твою? Так, ребятки, мне бы сейчас надо прекратить стрелять. Иначе будет больно. Есть две торпедки. Взял на ровном месте. Так, что у нас с Авиком? Авик там понял, что он сейчас пойдет с фусо бодаться. Будет там очень больно. Так, у меня сейчас здесь шанс это вломить цитадель этому другу. Я, конечно, залез в рейндж, что не очень приятно. Ой-ой-ой, как говорит Санька Номин. Ой-о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 й, мать вашу, ой-ой-ой. Никакой цитадели не вышло, потому что цитадель, сынок, это фантастика.
Все, жопа, меня этот эсминец просто контрит. Если мне его немножко подотогнать и потом развернуться, это да, можно было бы организовать. Сыкотно, правда, ну ладно. Че, меня решил проатаковать? Давай. У меня нет заградки, помогите, на самом деле есть. Ой, 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 зада! Перемога! Да-да-да-да-да-да-да-да! Одну всего слови, ладно, норм. Сейчас главное, чтобы эсминец еще не прислал. ПВО вам поможет, ребята, на крейсере 7 уровня. На самом деле нет. Последние секунды заградки. Выручай! Вика Дрючер. Так. Как бери выше, у тебя пристрел. Да я забываю все, пацаны. Забываю. Ну, там же на там чисто на рефлексе по-пацански стреляешь уже. Хрен тебе, муцкий. Перезаряжайся, строй планы вместе. О, да! Ох, сейчас чья-то попка пострадает. Ну, Авик, давай, ты любишь красное полусладкое, я черное кружевное, одевай. Я уже несу тебя. Цветы, чтобы скорее узнала ты, что вопреки прогнозам метеобюро. Ну, Авик, извини, ты муцкий не светил, поэтому... Я проблемы. Слушайте, вот музыка сейчас у меня в ушах играет, вот игровая, вот нам не напоминает Mass Effect. Я вспомню, что она напоминает Mass Effect. Один в один. Друзья, один в один Mass Effect. Да, все-таки зашло. Думаете, кто-нибудь стреляет по шотному мелко? Всем нужны фраги. Сейчас стреляет Павик. Вернее, фраги, домашка. Домашка же. Алява. Не, убили. Молодцы. Не, в этом бою я много не настрелял, но я вообще молодец. Все равно. Даже шкипер не может сделать про меня обсирательное видео, потому что лотерист молодец. Такс. О, какой ЧСВ, ку-ку-ку, мани, величие, дизлайк от Фиска. О, вернее. На самом деле, да. Ладно, Авика завалят. В принципе. Все, можно так потусить. Да, сам себя не похвалишь, ну вы меня понимаете, друзья. Расчеты ПВО дежурят в обычном режиме. Авик, наверное, просто встал там за углом. И не стал дальше проходить. Но я бы так же бы сделал. Не, смотрите, просто идет на выход под другой крейсер. Ну, давай, бро, дай ему фугасиков японских фирменных. Ну-ка. Ну! О-о-о! По-нашему. Теперь побольше давай. На каком я ранге? Я сейчас, наверное, буду на 8. Все. Победа. Дачный У. Бой.
Что нам дали? Флажков как много. Ну, вообще ранги это неплохой способ флажочки-то пофармить. Так-то без боя. Так-то без боя. Ну так, скромненько, не подставляясь на крейсере, огородами. И что-то там наковырял. Ну вот, Мёк у нас молодец. Такс. Угу, на скорсе мы с вами прокатились. На чем бы таком еще бы прокатиться? Нет, не буду. Меня Номин засмеет. В принципе, давайте прокатимся на Симсе. Многие его считают адской имбой. Ну, наверное, все-таки адской имбой он становится, не знаю, с каким-то навыком на маскировку крутым. У меня такого нет. Чего я самолетик не запускаю? Который на дальней стрельбе, из-под него стрелять неудобно. Не люблю. Просто не люблю. На Киева надо переучивать. Я не хочу тратить голду. Ребята, не фусо. Не надо приучать играть на фусо, как играть, да как на линкоре. Так же. Я хотел попробовать, ребята, Симса. Так, единственное, что у Симса есть... Так, детонацию, ну-ка, быстро. Это важно. Сколько мы теперь бегаем? Бегаем мы теперь 40 узлов. Ух, прямо ветер свистит в ушах. Папа, наши сети. Так, флажок какой надо стоит. Камуфляж тоже. Единственное, что у Симса, ребята, всегда есть... Понятно, что вот эти торпеды стоковые, они получше. 5,5 километров, но зато весьма быстрые. 65 узлов с неплохой домашкой. Неплохой, скажем так. На самом деле нет. Есть торпеды топовые, которые ему дали ради разнообразия. Не. Очень слабенькие. Очень медленные. 49 узлов, но зато, ребята, они идут 9,2 километра. То есть кататься где-то и срать торпедами, это самая тема. И перезаряжается, кстати, быстрее. Давайте попробуем именно в таком варианте. Эдакого торпедного аутиста из ниоткуда. Поехали. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море. Идеальный, сука, брак. Да? Кэп здесь только флагов отжал. А! Братва на день рождения подарила. Разработчики втихаря снабдили. Чучом, на самом деле. Выиграл в конкурсе. У Саши зло. И у воротника. Авиков нету. Что хорошо. World of эсминцы. Да, с Киевом и с Блысковицами будет печально. Я бы, ребята, наверное, бы, как это ни крамольно звучит, пошел бы на точку А, потому что распылиться двое на двое, лучше создать преимущество на одной точке. Бой начинается. А лучше втроем на эту. Да, не на сало подарили.
Ну так, Механ, ну сходи туда, нас здесь хотя бы трое будет. А, хрен там! Не пошли. Ну, молодцы, чё, давайте. Блызка со своей артиллерией сказала, нахрен! Механ только просыпается. Браво. У противника Атланта, садомазохист или скилловый. ХЗ, ребята, ХЗ. Может быть и то, и другое. Не поставлен у меня домогомер. Так, да, есть у них некое японское дерьмо. Не рискну. Сразу пожар. Да ты стоишь, что ли, дружище? Да, так. Попал. Защитил докторскую, ребята. Защитил. Привет. Пока, сказали лотеристы. Ох ты, у них хватает. Ай-яй-яй-яй, зашла, родная, зашла. Он прямо даже видели, он остановился на ней практически. Так, все, мне надо валить, потому что я тоже засветился. Ну, видите, торпеды очень слабые, очень слабые. То есть он словил сейчас в бочину торпеду, и ни хрена от этого с ним не случилось особого. Потерял всего лишь пол хп. Не, на самом деле, посмотрите, утонул. Ну что у нас, красавцы, захватили точку. Блысковица, которая пошла туда, которая так нужна была здесь, она просто сдохла. Просто, друзья, сдохла. Я только, кажется, поняли, что я сейчас буду делать, да? Ох, сейчас Атланта подойдет и оттрахает кого-то. Все, Механ тоже убит. Хацухару жив. Блин, кто светит меня.
Попади, 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 пожалуйста. Кстати, посмотрите на эти, на значочки. Они ничего не закрывают. Спасибо дяде Боре Хуторезу. Вот наверху. Я ленточек настрелял в этом бою, слава богу. И здесь видно. Ничего они не закрывают. Почему разработчики не могли это сделать? Я уверен, что, дядя Боря, со всем уважением, но вряд ли ты сидел над этим там, ну не знаю, неделю. И просто там, ох, офигевал. Так, я взял точку, теперь, наверное, надо уходить. Смотрите, Атланта убил троих. Троих гнырей, блин. Сейчас у меня есть подозрение, что я на него тут выскочу четвертым. Это очень неприятно. У меня нету форсажа. Поставить дымах еще немножко. Что скажете? Ой, камера как-то приподнялась. Ой, блин, а вот это, походу, минус звезда, друзья мои. Вот смотрите, кто там кукарекал, что не ходите на центральную точку, там будут враги, ко-ко-ко и прочее, прочее. Где они все? Где они, мать его, все? Они все сдохли. Тупо сдохли. О, отлично. Ну ладно, одну подарил. Это посос. Спасибо еще раз за прикрытие от эсминцев. Просто ты как боженька сыграл. Чё, нога-то отхилился? ЗБС! Просто ЗБС! Вы молодцы, ребята! Вы мои герои! Просто мои герои! Нога-то отхилился! Сейчас придет Атланта! Сейчас смотрите, как Атланта Жёваные раки! Нифига! Из этого из ПМК забрал! Охренеть! Тоже хилится, хилься, хилься, чувак, давай. Блин. Шанс есть, конечно, но призрачный.
Ну что, ребят, больше вариантов не вижу. Вы поняли, да? Суть моего замысла. Да ты зараза! Ну слава тебе, Господи. Так, своих дымов у меня, ребята, нету. Этот хрен сейчас остановится. Брать, 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 брать. Все. Не лез. Валидол, валидол, валидол. Как так? Ребята, пипец. Я вышел из дымов. Которые, мать его, рассеялись. Медленно торпеда от них увернулся. Этот Нагата, которого отпустили. Нагата, которого отпустили, которому дали дожить, который был уже почти дохлый, который сейчас будет просто похер уворачивать всех моих торпед. Вот скажите, что я в этом бы сделал не так? Труп. Это адреналин, господа. Нагата у них этот, в смысле, Атлант оказался скилловик. Я ему сейчас лосик кину. А вот этим, извините, петухам, которые начали кричать о том, что надо идти на другую точку, и здесь все будут они, я даже не буду ничего ставить. Идите, ребята, нахер. Я надеюсь, что вы себя увидите в этом видео. И увидите, какое вы дно в этом бою были. То, что я бежал от линкора, это был единственный способ пожить под огнем ПМК и поймать его на торпеду. Но на торпеду он не поймался, и торпеды медленные. Ну, не знаю, кто мне скажет, что я в этом бы ничего не сделал. Извините, извините. Такс. Ну что, на Симсе продолжим? Давайте, ребят, еще одну каточку, и мне уже тут нужно будет собираться, одеваться. Так. Ладно, хоть звезду не потерял, но тут уж простите. Что еще нужно было сделать? За всю команду сыграть? Ну, не получится. Симса, да, народ? Он что-то даже нафармил. Валидольная каточка, валидольная. Вот за такие бои мы играем в World of Warships. Давайте по-честному. Ну, блин, обидно. Чертовски обидно. И, блин. Ай, ладно. Когда трое просто пошли. Три корабля просто убились об Атланту, которую забрала в итоге ПМК линкора. О, Седой в нашей команде. Ну, уже хорошо. Ммм.
Так, ну, давайте попробуем. Замышку, блин, держался, как сам играл, да, ребят? Не-не-не, никаких авиков. У меня, во-первых, нет авиков с 7 уровней, слава богу. А во-вторых, на них не умею играть. Такс. Что у них по эсминцам? Механ, Симс, Блысковица. Все лютые артиллеристы. У нас есть два Хацухару Муцки. Вот они. Есть Механ. Нас на один эсминец больше. Ну, Седой, много на тебя сейчас возложено. Много. Тащи. Кэп, ты точно здоров? Такое спокойствие, легкая критика. Прям. Хоф, у меня сегодня, правда, очень хороший день. И мне очень сейчас сложно испортить настроение. На самом деле у меня горит. Конечно, горит. Но давайте по-честному, в том бою, который сейчас пришел, вот вины Лесты было немножко, совсем вот чуть-чуть, децл. Там основные проблемы были не с Лестой, а с другими личностями. Кстати, а на Польше Стронг, да, наверное, там по артиллерии я быстрее бы позабирал бы злодеев. Фу, бой на гайд. О, там есть экскаватор, чух-чух-чух, смотрите, вот он работает. Прикольно, правда? Тоже здесь порт есть. Кысь. Я в тени, меня не заметят. Сейчас замыкаюсь тут. Нагадим торпедами, да, они хоть фур-фур-фур медленно тарахтят, но могут и дотарахтеть, сами понимаете. Ну, Седой, дай ему. Ох, отлично, ой, хорошо зашло, еще давай столько же, эх. Но было круто, было круто. Пыщ. О боже мой. Муцкий говорит, что знает, что делает. Ладно, 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 посмотрим. Еще, может быть, и знаешь. Кто тебя знает? Тебя просто засирать точку, по-моему, торпедами и все. Ну, в принципе, сейчас можно что делать? Линкоры просто сносят лица крейсерам. Гребаный пшек. Отвали. Вот сейчас буду уворачиваться, попадет. Так и получилось. Да ладно, неужели он сюда притарахтит? Вот не верю, ребят, серьезно. Так. Так, видели, трасса вылетела откуда-то из неправильного места. Экскаватор тут дымы ставит, зараза. Ой, видали. Йорик, бедный Йорик.
Да, работайте как голуби по автомобилям. Совершенно верно, сейчас просто срать, срать, срать и срать. Вообще, так сказать, шить. Индианаполис, мать твою, куда идешь? Воин. Видали, как быстро подворачиваются эти башни? Вот так вот. Индейка, давай завалим его. Дальше не пойду, дружище, прости. Отлично. Че, останавливаешься, дружище? Ты шо? Да Индианаполис, твою мать, стрельни ты хоть чуть-чутка-то. Молодец, блин, стрельни. Так, он тяжелее, уже без рулей, конечно, ворочается. Ацухару, блин, ты же не артиллерийский эсминец, ты корабль инвиза. Через космос летят мои снаряды, но тем не менее попадают. Так, чинимся. Седой, сломайте Йорку, пожалуйста, лицо. Спасибо. Ху. Постановка дымов завершена. О, давай, Хацухарик, заходи в мои ласковые дымы. У них Колорадо где-то шастает, нахрен не нужен. Так, что у нас? Йорк, Мёка, минусы. Да, из дымов выехал. Вот трак-то. Виртухан! В этих играх рулит Виртухан, друзья. О, хорошая подача по блызке зашла. Ну, кто будет у него последний? Кто последний, ты, батя? Ну, как видите, дальность стрельбы Симсу дальше, в общем-то, не надо. Как он стреляет. Тут успевает дожевывать этого Колорадо. Так, не будем торопиться стрелять. Видели там, какие роскошные стреляющие дымы. Ну вот, по блыске! Залп дадим. И сразу по тапке. Ну! Да!
Есть жадный аллатрист. Наглый жадный аллатрист. Он на дереве висит. Знаете, я не хочу умирать. Но придется. Что, даже не знаю сказать, спасибо или пожалуйста. Все, ребят, надо. Клево, мы очень позитивно поиграли, даже без бата. А я на YouTube выложу. А вот 300 же. Знаете что? Ай-я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 й, дружище, ты увлекся, бро. Я сегодня на позитиве. Я на позитиве сегодня, твою мать! Давайте врываться. Весело умирать. Пожарная тревога. О, убит. Браво. Так. Ну, в общем, 8-й ранг и 1 звезда. Прям проскочил я сегодня на тепленького, несмотря на парочку сливов, но удалось в этих сливах удержаться. О, посмотрите, а я и тут. Аллатрист молодцом. Вот такие вот дела. Я сейчас уверен, что многие из вас смотрят вот на это и говорят, блин, твою мать, вот чертов мать его сраный везунчик. Вот блин, сколько люди бывает трахаются с этими рангами туда-сюда обратно, просто на халяву пролетел. Ну, ребят, я тоже старался немножко. Ну, если вы обратили внимание, я очень легко относился к этим боям сегодня, не бомбил. И катался на разных кораблях, там, на пофигизме. Единственное, на Киеве отказался, потому что зажопился. Я там кое-на что коплю голдишку для свободочки, ну, вы, наверное, поняли на что. Вот, у Симса, да, самое главное не обогнать свои торпеды, а так в целом все хорошо. Так, вот такие вот дела. Даже чутка пофармил. Прям, сразу говорю, такое настроение у меня, дружище. Я тебе бы сейчас бы написал бы с удовольствием, что мы сейчас отлично, вот приятно поиграть против своих подписчиков, но в этой игре, вот поймите, один корабль должен убить другой. Это не Барби онлайн. Здесь убийство, это в порядке вещей, смерть в порядке вещей, поэтому извиняться не надо. Увидели Л-300, потопили его нахрен. Только если в своей команде не надо этого делать, а во вражеской запросто. А секрет не бомбить, Хоффман нет. На самом деле нет. Проблемы игры никуда не ушли. Сегодня был такой забавный эксперимент, когда я от них абстрагировался, но не говорить, я не буду делать сиропно-малиново-пряничный контент. Вот сразу говорю. Такого не будет. Ну, к тому же, еще раз, Кэп был в настроении. Обожрался своего протеина. Ну, и дальше по тексту. Не могу человеку ответить, вот забанен. Просто... Где-то у меня... Да я сейчас... Вот, видите, я забанен. До 27 числа. Не могу ничего вам сказать. А как мы сыграли? А сыграли мы с вами в целом норм. Да, вот они, два слива из раз, два, три, четыре, пять, шесть и семи боев. Ну, просто повезло. Обычно жопа-то горит сильнее. О, Тимур Медников, здорово, дядька. Привет, Латристы. Хороших боев. Как там твой Винтайл поживает? Ну, ты знаешь, так по одному колечку доплетается. Это прокольчужная вот эта вот штука, бармится на шлем, я спрашиваю. Лидариус, здорово. Протеин это химия, в 40 умрешь, 42 обвистишь, да, еще писька не стоит от протеина.
Все, ребят, спасибочки всем за то, что смотрели. Буду стараться все равно какие-то вам видосики подкидывать за время этого, так сказать, моего отсутствия. Но не обижайтесь, просто так получилось, что моей второй половине отпуск на работе разбили одна неделя, потом другая. А, забыла, у меня же нет жены. Ну ладно, неважно. В общем, отпуск разделили одна неделя в мае, другая неделя в июне, поэтому вот я вот так тоже по-дебильному иду в отпуск. Простите, особенно те, кто возмущался, что Кэп охренел, у него каждый месяц недельный отпуск, на самом деле нет. Прошу понять и погостить. Все, ребятушки, всем спасибо, всем пока. Видосик этот залью на YouTube, по-моему, получится очень-очень ок. И не ставьте дизлайк со шкиперу, он правда вот не со зла, хотя меня бомбило в его видосе слегка. Ну ладно, нормально, нормально, молодец, правильно. Все, все верно сделал, батя, грит, молодца. Всем покедова.